Главный банкир нашей страны сегодня наконец нарушил молчание и прокомментировал инвестирование средств ЕНПФ в азербайджанский банк. По словам Акишева, специальная пресс-конференция по этому поводу состоится завтра, 24 мая. Напомню, ЕНПФ Казахстана вложил в облигации финансового института соседней страны более 70 миллиардов тенге. Сейчас банк испытывает финансовые затруднения и потому приостановил исполнение валютных обязательств, привлеченных от зарубежных кредиторов. Эта информация находится в работе. Вся эта информация должна проинформирован должен быть правительство, премьер-министр, глава государства. И поэтому после этого, после принятия решений Национальный банк эту информацию предоставит.